Добивать, да? Блин. Так, что я достану? Нет, чтоб он не доставал. Навряд ли. Ну-ка. Кстати, да, за фрименов от Doomday неплохая компания, между прочим. Это правда. Неплохая. Но он еще и дом неплохой выбрал для компании. И, по-моему, союзников там использовал. В некоторых миссиях. Не во всех, по-моему. Так, что по-моему, использовал. И она прям по определению не должна получиться плохой. То есть, если вы грамотно используете те возможности, которые вам даются, то это и будет выглядеть как хороший хак. Но по поводу, вот Алекс пишет, что не потому, что я не смог, а потому, что сюжет главный. Я уже говорил, повторяюсь. Что все, что вы делаете, если от балды, то это будет критиковаться. Но если вы это объясняете, в сюжете это объясняете. Скажем, у фрименов там появился, не знаю, там, подводная лодка. Вы это объясняете, вы это... Подводная лодка у фрименов появилась, хотя воды нет на дюне, ну пофиг. Песчаный бопаш. Вы это объясняете там. Пофиг. Все, никаких вопросов. Но если у вас вот от балды там, вот по факту здесь нет тяжелых танков, вы это не объясняете никак. Просто вот сделано как есть. Но тут могут возникать вопросы. И вполне вопросы оправданные, логичные. Ты бы, Кнаклс, ты бы что-нибудь дарил, хоть что ли, когда находят изумруды люди? Ну там стояло бы там что-то, я не знаю, 5 девастаторов там, я не знаю. Так вот мне никакого интереса твои изумруды искать нет. Понимаешь, людей нужно мотивировать как-то. Ой, всему вас учить надо, в общем. Это вот нет, денег можно убрать вообще. Зачем они нужны? Как будто и так непонятно. Я юзер, я бы с рабостью. С робостью. Да-да-да, с рабостью. Ах ты, Кнаклс. Блин, уже я не знаю, ты чё, получается, 2 часа уже миссию одну проходишь? Ну я же сливал в один раз. Не. Вернее, даже как бы 2. Значит... Опять десант. Прохождение будет дольше, чем... Чем на оригинал. Ну неужели? Взорвались коты. Чё ты не стреляешь? А, на кот другое место стреляет. Ладно. Где мои танки? Как сделаем? Сволочь, взяли радар, вырубили нам. Сестры битвы. Если юзер проиграет, я дам вам пароль к следующему. Наклс, ты давай фигню, хватит писать уже. Кто где стреляет? Ни хрена непонятно вообще. Ой, джип и сейчас убьет мой танк. Я не сомневаюсь, насколько в этом. Нет, не убьет. Да, что бы ни делал юзер, запомните, он все равно это выиграет.
штука. А вот Харвестер отправь на это. Пускай хоть немножко, да, что он там сделал. Надо не отправлять. Харвестером я буду отвлекать пушку. Или танк завлекать. Харвестер же бесконечный. Мне как бы только продержаться. Там что-то он собирал и. Короче, что он не что-то... собирал? Где ты видишь? Ну, где ты видишь-то? Рокет. Где ты видишь, он что-то насобирал? Да у него и не было. А, ты не тот взял. Да у меня один он. Я перепутал его. Там у тебя был один. Не было у меня ничего. Забей. Отвлекай. На все, что хватило, отвлечь. Ну, неважно, чуть-чуть. Два удара, как... и все, он уже. Ну, харвестеры здесь, в этой дюне харвестеры очень слабые, конечно. На собиралы, на другие. Ну как мощные? Мощные это только по оружию, а по броне то они у тебя не мощные. Забирал и надавил. Джипы, да, говорит, строй. Какие джипы? У меня денег нет. Точно. Самому бы не склеиться раньше времени. Где харвестер-то? Какой еще? Ну внизу, ниже еще. Да, вот какой это харвестер-то? Ворошиловец? Да, ну это вот нахуй. Вот, вот этот пирожник, он, короче, придумает. Чего? Он выгрузился все, и он стоял возле базы. Да мне не играет роли, выгрузился он или нет. Да, он что там немного дал, и все. Зачем вообще эти DOS-игры запускать? Неудачно немножко, ну ладно. Ну ладно. Кнаклс, позиция не такая, о которой ты пишешь. Есть определенные моменты. Объективные моменты. Ну, например, такие как бездействие врага. Вот почему у тебя враг сейчас бездействует? Можешь ответить на этот вопрос? Почему у тебя враг бездействует? Потому что спайс кончился. А почему он кончился? А потому что ты не сделал генерацию спайса. Потому что ты поторопился. А почему ты заставляешь игрока вот таким дебильным образом? Ладно, что вам, может быть, Кнаклзу нравится. Чего вы его мучаете? Нравится ему, будем. Ну вы мучаете. Нет. То есть как бы. Имеем, что имеем. Ну, если тебе это нравится. Чё если ты это за норму считаешь, то, наверное, это имеет место. Ты юзер просто мазохист. И садист. Даже юзер. Так, приехали все. Так. Я не навязываю мнение. Но оно такое. То есть ты правда, юзер, считаешь это нормой? Не знаю, я ничего не считаю. Разработчик сделал, я показываю. Остальное меня другое, интересует. А знаете, какая точка зрения Шелла? Закончился спайс, нажимай ресет. Вот его точка зрения. А не ерундой занимайся. Ну а зачем? Если можно все равно выиграть. Отойди-ка пока. Да, отойди. Вот все, тут вину начинает какую-то придумывать. Непонятно. Что значит вина игрока? Ну если мало, если спайс хватил на 10 минут игры или на сколько там, на 15. Я тут при чем?
Мне же нужно. Да вообще. Говорить о челе бы вине некорректно. То есть не игрок виноват, потому что он родился. Не игрок не виноват, не тот, кто делал хак, не виноват. Это не суд какой-то. Ну я про не суть. И не суть. Есть некие объективные вещи, которые сейчас на экране происходят. Если они вас устраивают, эти вещи, которые значит, вы сейчас все нормально. Видите, значит все нормально. Где там? А, опять не там. Если вы это хотели в своем хаке сделать, если вы своей цели добились, то вы молодцы. Да и виноват. Там ракетница. Ну какое-то 0.7 да. Слишком маленькое число. Вон там. Объективно маленькое. А чё это за ты 0.7 что ли поставил там? Да он вообще же не регенерит. А чё такое 0.7? Это количество спайса или регенерация спайса? Это, по-моему, шанс появления. А, ну там оно... вообще ничтожный там. Оно же я не знаю там вероятность там. Чем сравнить там. Ну, то, что ты, находясь с Земли, попадешь в Солнце там с расстояния сколько там световых лет там. То есть как бы вот. Ну, очень маленькая вероятность. 0,7%. Ужас. А, 0,7%? Да. Я думал 70, в смысле. Ну, только и, даже не, в Варкрафте нет критического какой удара. Какой там, может, та. По-моему, там от нуля до FF разброс. Если мне память не изменяет. Какой там разброс, если кто помнит? Ну, либо 1 байт, либо 2 байта. Это же, что, Sega? 2 байта, наверное. Может, 1. Я не помню. По-моему, от нуля до FF разброс. То есть от нуля до 255. А он 0.7 поставил. Ну вот, получается. Ну а 255 это насколько часто? Ну может быть в секунду там пятно появляется. Ну не в секунду, может. Ну скажем, секунд 20 у тебя пятно появляется. А, вот такие вот значения. То есть там не от нуля, а вот такие 1, 3, 7. Надо было проверять, работает оно или нет. А не важно, надо же сделать и ладно, хрен на нем. Ну да, так надо же тестить, не просто так. Ну. Липис же вам говорил, что он не тестер. Не, ну мы в принципе вот тестим, но сколько времени уже прошло после выпуска как бы этой мини, этой компании. Я же и предлагал это сделать. Я тестил. Мы проверяем. И я ставил значение 3F, 7F. Вот такие вот. И слишком редко мне казалось. То есть еще меньше ставить я вообще даже не думал так делать, чтобы реже ставить. 3F, 7F. 3F игроку. Или как-то. Такие маленькие, конечно, я... У миссии недостаток теста. Конечно. Ну, тут еще... Да что это? Тут еще абстрактные значения, непонятно вообще. Как ими пользоваться, опять же, да, этими значениями. Включается. А, там еще одно. Ставим количество спайсов в спайсе. Вот я уже не помню, генерация спайса, там какие значения, там разброс какого, каких значений. Забей уже, идет, опять десант. Блин, достает ракетница, скотин. Вот та, генерация спайса, от скольки до скольки можно ставить? Любое значение в коридоре от 0 до FF. Или вот 3F, 7F, только такие значения. Любое, вот я об этом и говорил изначально, любое.
Ну представьте, 0,7 поставил, а максимум 255. Почему он тогда перечислил, по-моему, число вон? То есть, в смысле, зачем он перечислял? То есть любое можно число, он перепутал, скорее всего. Любое число генерации. Чем больше число, тем генерация лучше. То есть тут единично можно ставить. Но он 0,7 поставил. Это очень маленькое число. Очень-очень вот, маленькое. Вот такой вот у нас Кноуклас. Кнюклес. Этот. Надо хотя бы, не знаю, там 80 поставить. Ну, 0,7 это почти что 0. Там разницу невооруженным глазом очень сложно понять. Ну вот Тай пишет, может пашет, но раз в час или два. А вот я об этом и говорю. Невооруженно это оценить не представляется возможным. Я бы брал минимум 80. А вот цифры, которые вот эти 0.3, 0.7, 0.f, это относится к рейтингу сбора спайса. Это цифры означают, сколько спайса привез Харвестер. То есть у игрока это одна цифра, у компа другое. Пока ты повернешься. Блин, там кто-то приехал, а нет, мой танк. Это уже выиграл почти. Вот и все, осталось только вот это. Ну я не знаю. Мазохистская какая-то миссия слишком. Да она не мазохистская, она просто не продуманная, не потестена. Не, ну Кунаклс, наверное, проходил, чё? Ну, как бы... Ты давай, Кнаклс, тоже рвись уже в стриму. Показывай, как ты проходишь все это. Да, мы тебе включим сетевую игру, микрофон включим, мы тебе будем вопросы... Я уже звал. Да, а он чё? Чё он? Ничего. Ой, дела, дела. Ой, я есть делах. Видишь? Вот и всё, видите. Что бы мы ни делали, мы всё равно... 2 часа 20 минут потребовалось. Все равно это прощит. Юзер майгет. Да. Превосходно. Ты просто раздавил этих выскочек. Че, нажимать? Нет, я не знаю. Вот меня бесит этот бред. Ну, да, сейчас нажмешь, да. Прокрутишь. Ну, наверное, все. Так, всего-то час 27, Липецк, обманываешься. Ну, блин, я про общее время, а не время последнего рестарта. Юзер у нас плеть дюны. Да. Плеть. Че, погнали дальше? Да, погнали. Shadow Quer. Shadow Quer. Будем, Алекс, почему нет? Shadow Quer. Будем дальше смотреть, какой извращенник на кого-то придумал. Повстанцы никак не поймут, что мы огромная военная мощь, а они никто. Отбери шестой изумруд у них и дело с концом. И ты до сих пор просишь моего совета после стольких битв? Тот еще тролль. Опять средние. Предыдущий тоже был средний. Какой-то ментат, я не знаю. Ты вот мне скажи, чем отличалась вот там, где Харвестером я бегал, я ее прошел с третьего раза. И эту я прошел с третьего раза. Разница в сложности есть какая-нибудь? Там была неизвестная, тут средняя, да? Ну может там тоже средняя была. Мы что, играем за украинцев? Какой-то вредный ментат. Да вообще. Я бы уволил бы после этого. Ментата. Вообще, ментат нафига нужен, чтоб советы давать. А вы тут такое ментат, пишете. Ментат унитазил. Это, знаешь, прикрывает собственное, как бы,
не объяснение, чего ты делаешь, да. Но это, конечно, фейл. Сейчас опять курсор отъедет, смотрели. Да, ментат унизил игрока, это вообще... Не отъехал, ничего себе, а чё курсор не отъехал? За это отдельное, конечно. Унизил игрока, вот. Он опустил игрока. Я не почувствовал унижение. Так, наверное, я не почувствовал. Но ты не почувствовал, может быть. Червяки будут, наверное, с кубов. Наверное. Ну вот ты не знал, что написать, поэтому писал всякую... Следующее слово знает Рокет. Да-да-да. Какое слово... Подожди, какое слово должен знать? Тебе виднее. Ну это полный абзац, ну, так ну короче, что? Фантазии не хватило. Вместо этого ментат обсирает игрока. Класс. Чё ты? Вот это вообще. Ничего я не вижу. Как ты смеешь у меня совет спрашивать, блин. Молодец. Я бы еще и в следующей миссии бы послал вообще игрока. Да пошел ты тут! Да, это было бы логично. У меня пивасик стынет, а ты тут мне вопросы задаешь. Да. Ментат вышел с-под контроля, и это по сюжету вообще огонь. Кнаклс, мне ждать опять турели, которые будут бить мои харвестеры. У Ермака была фраза «Молодец, поцелуй свою жену». И так совпало, что Слава проходил, и там жена неподалеку была. Это вообще молодец. Да, и подразумевается, что на следующем брифинге не стоит ментата спросить. Я вообще бы не напрягался и брифинг бы, совет бы постоянно писал. Ты чё меня совет спрашиваешь, дурак что ли? Да, на всех миссиях вот так вот, на всех один и тот же текст. Ты генерал, ты и воюй. Да, ты генерал, ты и воюй. Какие ко мне претензии? Нормально. Вот по поводу того момента, Тай, я добавил фотографию в контакт, где там с женой Слава находится. То есть я этот момент не забыл, просто я сделал как фотографией. Вот он вебку показывал, и там у него жена на вебке. И я как раз этот момент заскриншотил, и в группе ВКонтакте можешь посмотреть в картинках. Видимо, Ермак снимал свадьбу у Славы. И после этого не видать ни того, ни другого. Подрались, видимо, на свадьбе. Ну, как правило, вот последние миссии получаются схожими с оригиналом.
ничего особенного изобрести тут не получается. А в первых миссиях там много уникальных вещей бывает. Не, ну Харвестер нормально как раз для такой миссии. Да какие-то Харвестеры, это ворошиловцы. Кнаклс там забыл. Ты не серьезно, Кнаклс. Ты не вживаешься в роль. Ну вот, заслони-то где. Да. Да, Кнаклс, где тут Соник? Я его так и не увидел тут. А тут Соник танк стреляет не ультразвуком, а кольцами. Липец, кто такой институт, ты не подскажешь? Он говорит, седьмая, это надо институт строить. Что такое институт? Хай-тек? Ну это может... А может быть так, хай-тек. Институт благородных девиц. Ну, для веселящего газа, значит, да, институт. Институт, блин. Я бы проще назвал, шарага. Точно. Ты чё, мне ещё строишь институт? Хватит мне, пожалуй. Институту на мою голову. Уже, я не знаю, 4 высших образования, а вам ещё институт нужен. Кнаклс вообще чё-то там потерялся. Институт, по идее, 1x, только его тут нет. Вот есть академия, например, такое здание. То есть казарма и академия. Академия благородных девиц. Благородных гёрлс. Просто в одной русской версии на картридже у меня развивался институт. Нифига, у тебя картридж был с русской версией? У меня тоже был. Нифига себе, прикольно. Правда, недолго. Небось, какой-нибудь китайский перевод. Каким-нибудь ареалом. Только я не помню, что там институт был. Вам такого не было. Ну там Харвестер, как же он называется-то, блин? Повозка, что ли? Как-то так. Сборщик? Повозка. Повозка. Да уж, повозка. Игрок будет набирать высшее образование путем постройки зданий. Ассенизатор. И это цель миссии, о которой Мистат умолчал. Ассенизатор? Не, цель кампании, короче, по прохождению стать ментатом. И посылать всех далекие дали. Наверное, мотокультиватор называется. Что прицепились к цели ментата? А мы забыли цель миссии, потому что это автоматически отвлекает игрока от цели миссии. Цель миссии — вернуться на свою планету и ментату пинка дать. И уволить. Не, ну цель миссии — задавить попстанцев. Что тут еще надо? Какой еще совет ты хочешь от меня? Вот спросил. Ну, как бы в последних миссиях здесь особо не разгуляться. Тут одна тактика, она обычная. Дуви и собирай. Так, что тут? Пятница. Фуга. У меня что-то ни одного танка нет. А вот есть.
ПК-версии, когда проходишь до конца, ты получаешь звание император. А в сеговской версии, когда ты проходишь, ты получаешь звание... Я уже забыл, какое это звание получаешь. Дюна Раннер, короче, по-моему. Рулевой Дюны. Да. По-моему. Опять у меня какие-то тут отстой. Так, девиатор появился. А все остальное пропало. В этой миссии есть прикол, если кто поймет, тут молодец. Рокет уже понял. Прикол в этой миссии. Я тоже его понял. Прикол, что ментат вообще с катушек слетел. У меня это уже прикол. Да. Так. Я бы продолжил эту идею. Вот если ты начал эту мысль, если ты это объясняешь логически, то тебе респект. Если ты тупо не знаешь, чего делать, то ты как бы нарываешься. Хватит жрать. Нет, в следующей миссии ментат посылает игрока. А, вон, посылает вон, игрока. Ниже. Заспайся. Вижу, убирай харвестеры. Вон он тебя прет, белая тут. Эй. Червяк ты имеешь в виду? Пускай прет. Подавись. Червящина. Я только не понимаю, где тяжелые танки? Пока седьмую проходим. Седьмая миссия и тяжелых танков нет. Даже боюсь думать, чего там в восьмой миссии. Так Наклз может девятую сделать там на 3 минуты, например. Да, кстати, да. Че, вы не помните, что? Восьмая там 6 часов напряженных боев. 6 часов, нон-стоп, дискотека 80-х на авторадио. Это не я, это мой ментат сказал. Алекс пишет. Ментат скажет, мне нечего тебе сказать, ты уже давно играешь и сам должен понимать, как это. Мне надоели эти электростанции, просто у меня сил уже нет. Вот Кнаклс пишет, что здесь вообще нет осадных танков. Но после таких заявлений хочется сказать Кнаклс? Да. Ну, он как-то обоснует, наверное, сейчас, почему их нет. Тебе не кажется, Кнаклс, что твое место, да? Что ты перегнул. Ну, раз в год и Кнаклс перегибается. То есть, опять же, критерии вы понимаете, что чем больше ограничений, тем хуже. Да, то в этом есть и плюс, что нет осадных танков. Давайте сделаем, что нету земли, допустим, 1+7. Почему бы и нет? Здания на песке будут. Причем извращаться так по полной программе. Если здание уничтожили, то все, его больше не построить, потому что на песке нельзя строить. Мне надоели электростанции, жуть. Сейчас буду ремонтный завод застраивать электростанциями. Ну понятно, что вы все балансом объясняете. Не надо писать, что вы объясняете это балансом. Это, знаете, как скотчем заклеить трещину в окне, и вы это объясняете. Из окна дует, трещина появилась, давайте скотчем заклеим, и тут не будет. Я же говорил, автор так видит мир. Через трещину окна. Да. Да. У меня так бабка делала все время.
А зачем что-то куда-то выкидывать? Давайте прямо в доме будем выкидывать. Блин, что, взорвали эти гады. Зачем Липецк все на свалку выносить? Давайте всю эту дома держать. Вот так же с этой миссией. Зачем нам нужен основной танк, да? Липецк что-то жует там. Да. Ну как? Он на работе. Видите? Ну, не знаю, если вы уберете осадный танк, и это что-то интересное сделает, давайте вообще юнитов уберем, как будет интересно играть. Ну, давайте это сделаем. И чё это дало-то, Наклс? Я так и не понимаю тебя. Да нет в этом интереса, ну никакого. И не только я. Это иллюзия. Иллюзия обмана. Хотя, не знаю, юзеру интересно, мне кажется. Не, ну я, если честно, не понимаю, почему у меня нет тяжелых танков. Ну, интересно. Как бы, это не зависит от... Зато есть мобильный радар у тебя, есть ворошиловцы. Эй, как интересно стало. Ворошиловцы. Кажется, палитра у Фрименов белая, тоже интересно. Ну, как бы вот на любителя. Мне как стримеру Липецк задача не интересна, а задача застримить. Ну да. То есть мы просто показываем то, что вот... То, что есть. Угу. А выводы сами делаете. А вы воды сами делаете. Мы как бы абсолютно там не претендуем там на какую-то правду, матку. Так. Я вижу. Наверное, найдутся игроки. Наверное. Ну, я не знаю, читал ли Кнаклс, что там ВКонтакте пишут. Если не читал, то посмотри. Ему лучше это не видеть. Ты там, Кнаклс, много всего интересного о себе узнаешь. Читал, да? Ну, как бы... Вот. Все-таки юзер додумался построить все. Это не значит, что ты там, ну, абсолютно все вот не так. Ну, абсолютно, ну, все вообще не так, как надо. Товара нет. О, товара кстати, нет. Хороший перевод товара нет. Это плюс. Базара нет. Базара нет. Базара нет, товар кончился. То есть, ну, такого не бывает, что вот, ну, все вот плохо. Ну, вот абсолютно все плохо. Такого не бывает. Есть что-то, что хорошо получилось. Например, вот сама атмосфера, вот 7 изумрудов ты сделал. Мало кто делает атмосферные такие вот хаки. Есть какая-то атмосферность там. Другой вопрос, как ты реализовал это, какой стиль там и так далее. То, что ментация там чуть не послал, это, конечно, очень атмосферно. Есть атмосфера там, наглый мента там, изумруды там, какие-то свои названия юнитов. Ну а ментат-предатель так никто не реализовал, да? Апокалипсис там, кто там еще? Сюжет есть какой-то определенный. В стихах еще не реализовали до сих пор. То есть это тоже стоит отметить, что попытался человек сделать... Если что, стихи уже готовы. И ну, не на там... английском он писал, на русском, на нашем родном. Угу. Если бы по-английски писал, может быть, никто там не обратил внимания. А так как он по-русски писал, то мы как бы все понимаем без слов. Все понимаем. Да. Совершенно разные миссии, иногда совершенно неоправданные миссии. Ну вот такие автор вот сделал. Вот гад, прикинь, завод стоит. Вот гад, этот Кнаклс. Кнаклс, он вредный, все секретно, все хитро, да где-то чего-то спрятано, и... надо чего-то искать. Кнаклс вредный, все секретно. Такая вот загадочность такая вот присутствует. Разве это не плюс? Не все так плохо на самом деле. Что-то пантера по стоимости ягуара. Да мне пофигу, сколько она стоит. Надо быстренько золото только собрать, все.
так ладно. Есть попытки какие-то сделать, что-то, какие-то направления, может быть, новые открыть для кого-нибудь. Кто-то, может быть, возьмет на заметку, потом развитие какое-нибудь. Кто-то возьмет Кнакл за на заметку. Да. Заметку. Да. Претендент, вернее, кандидат. Места. С измерительными рубашками. Какие злые люди, а? Им делают, там, им делают компании, а они тут еще и нос варм стыдятся. Слева рафинерия. Да я вижу, Кнакл, просто мне армия нужна, чтобы... Возьмите на заметку это. Он ее специально... А земля-то какая, вы обратите внимание, земля аж во всю карту. Посмотрите. Такого вообще не, ну, редко кто делает вот так вот землю в полоску, вот так во всю карту. Это тоже надо постараться, чтобы так сделать. Работа стоит, да. Действительно, это надо отметить. Не, ну мы же все-таки как-то да, мы хорошие стороны, в общем-то, не ищем. Это не наша задача. Я могу найти хорошие стороны, хоть из говна даже. Просто обычно психология такова, что ищет все плохое, а хорошее нет. Mm. Но есть и хорошее, без этого. Да хорошего код, как обычно. Есть идеи хорошие, вот рисовать там на спайсе тоже, почему бы и нет. Изумруды, вот, ну говорю же, атмосферность, присутствие. Потому что мента там чуть не послал, как бы, по-моему, не вписывается атмосферность. Либо я не понимаю такой атмосферности. Уж я недалекий такой. Не понимаю просто. Чё ты стоишь-то, я не пойму. Аж веселее стало, да? Угу. Ну просто я не хочу, чтобы вот... Какие-то... Ну считали, что я чисто критикую все там. Чисто хочу, чтобы там... Как-то... Где-то Соника, где, не пойму. Вот. Как-то умалять заслуги автора. Видна работа какая-то. Что-то пытался сделать. Но обычно, когда вот делают, рассчитывают же на свое прохождение. А когда какой-то игрок нестандартный проходит, так вообще там миссия не кажется такой уж идеальной. Ну все, юзер, может здесь две ракетницы оставить, и пускай они троллят. Угу. Да, сюрпризы есть. Мы вообще в душе дети, мы любим сюрпризы какие-то. Хоть и говорим, что не любим. Да мы любим сюрпризы. Но в меру, конечно. Нравится вот такой орел таинственности. Такой вот запретный плод сладок, как говорится. Ну просто когда это уже проходишь... По второму, по третьему кругу, это уже не так таинственно, это как бы один раз откусить и потом уже не захочется. Ну, на первый раз, если так пройти, вся эта нестандартность, неожиданность, совершенно разные какие-то вещи. Ну вот, Кнак, это юзер, тебя Кнакл спрашивает, будешь следующий осиливать? Да, смотря сколько это займет, это может еще 5 часов займет. Чего меня спрашивают? Не, ну мы готовы, я тоже готов. Но я сказал, что лимита нет сегодня. Все зависит от того, надоест, не надоест. Либо юзер, если свалится, то его рокет заменит. Он бы, конечно, чаю бы налил юзер, но что поделать. Есть замена у нас. А кто замену-то у нас? Я сделаю. А, ну окей, давай, а я тогда чай буду пить. Нет, я так не устал, но как бы... Тут Спайс Реген больше стоит, наверное, 0.8. 0.8. Здесь Кнаклс расщедрился. Да. Расщедрился.
Щедрун. От широты души поставил 0.8. Ну, тем более, если есть кому смотреть. Тем более. Да. Нет, да я не вижу ни одной причины не постримить. Сегодня что у нас? Суббота, что ли? Суббота, да. Тем более. Почему нет, собственно? Нужно больше электростанций. Куда ты тут? Хреновина. Так, а что там у них? Ну, что-то у них такая база. Ой, блин. Здоровые, видать. Так. Ну да, это здоровая. Где Соник стреляет? Не вижу ни хрена. Вот тут что? Да нет. Вон, по Харвестеру бьет. Где? Не вижу, Рокет. Вот вправо, вверх, вправо, вниз. Вправо, да, вот. Да, вот дальше. Цел? Вон, по танку, значит. Да. Ну вот, когда ты считаешь, что здесь лучше баланс, чем в СБО. Но то, что осадных танков нет, это, конечно... Да. Минус. Да, это минус. Серьезный минус, причем. Что ты? Надо стараться реализовать все, что есть в Дюне. Ну да, тут и они, так... А не прятать чего-то. Липецк. Ну и так как бы не сказать прям вот, что только так много. А если еще и убирать? Да, их и так мало юнитов. Вы же все добавляете юнитов, а тут вы наоборот убрали. Ну да. То есть вообще обеднели. В чем минус? Вот не скажите. Ой, надо. Минус в том, что в этом плюса нету. Минус в том, что зачем вы делаете вообще тяжелые танки, удаляйте их из рома тогда с корнем. То есть вы не использовали возможность, которая уже была. Вы ее не использовали. Новые фичи просят, а сами удаляют. Да. Я там, где если там вы туда, чего-то да? там... убираете, то предлагайте альтернативу хотя бы, а не просто так механически убирать. Если нет альтернативы. Так, значит, он еще подрезал ракетницы, то есть они не могут бить. Кого не могут бить? Ну, турели напрямую, как они бьют их, да? Не знаю, проверять надо. Ай. Как бы проверенный способ уже есть. Стрелять по местности. Так. Места нету. Если тяжелых танков пехоту он предложил. Пехоту? А я не знаю, пехота хорошая. Тут еще такой нет, аспект. Я видел, но я чувствую, что если я сейчас их поставлю, то будет фигня какая-нибудь. Правильно. То есть вот у меня прям стойкое ощущение. Правильно. О котором юзер уже говорил об этом аспекте. Если он хотел чего-то нового, он бы новую игру запустил. Человек, когда играет, он представляет, что он играет в ту же Дюну. У него ощущение игры в Дюны. В Дюну. Атмосфера и так далее. Баланс. То есть, он включает хак, чтобы ну, как-то да, разнообразить. Ну да. Когда вот наскучили оригинальные миссии, что-нибудь такое другое. Но тоже, чтобы соответствовал вот оригинальным балансу, концепции. То есть вот у игрока такие вот впечатления. Он уже привык, он уже в детстве до дыр эту дюну затер. Он к этому уже привык, у него стереотип уже сформировался. А вы вот хотите одним только хаком его мозги вправить в нужное место. Это очень трудно сделать. Тем более, что я играю уже в какой хак?
Да. Все они разные. Ну чё ты его не перекрашиваешь-то? Ну я не знаю, ну чё за кретин? Тут земли куча вообще-то. Можно, в принципе, расстроиться. Ладно, не будем мы тупить. Ой, ты смотри, лепится тут сколько солдат. Игрок осознает, что в хак играет. Ну, он, понимаешь, он по инерции думает, что это оригинал. У него стереотип сформирован уже. Он привык, что танк — это танк, а пехотинец — это пехотинец, и танк давит пехотинца, и червь жрет танк. Из здания на песке не строятся, такие базовые какие-то вещи уже они. Да ты вот тут, ну ты... О, ну навалились. Не дам мой танк убить. Давай на одного нечестно. Ты сплургел увел? Я считаю, должны быть некие базовые принципы. Непоколебимые. Нечто общее. Блин. Так, ну где тут? Давай посмотрим внимательно. 40, 220. Это миссия полная противоположной предыдущей. Там спайса мало, а тут дофигища. Ну, Фнак, я как бы не впечатлен. 125, конечно, больше, чем у обычных пехотинцев. У них 70, что ли, было. Атака такая же осталась. То есть ты сделал у них побольше брони, но это все равно с танком же не сравнить. Ой. То есть как бы, ну не знаю. Ну захватывать лучше стало. Но юзер не захватывает, тут у него принцип. Еще с Дюны такой стереотип. Ну потому что она работает через жопу, да. Плохо работает. А у меня принцип захватывать. Потому что когда я в детстве играл, я плау-тестер вводил и захватывал. Если хотите знать. Тоже стереотип. Я люблю захватывать. Ну, понимаешь, тут еще привычка, она тормозить же начинает Дюна, и человечка довести куда-то, тоже, чтобы тоже он есть. Чтобы он среагировал. Ну, как бы настолько это все утомительно, ну просто я не знаю. Так вот, мои человечки. Сейчас мы пойдем в атаку. Да нет, я говорю, не все так плохо. Не надо так вот говорить определенно в целом, что плохо либо хорошо. Есть какие-то моменты, которые недоработанные. Некие частности. Но если какие-то частности плохие, то нельзя говорить, что в целом все плохо. Можно сложить все частности и говорить о целостности. Но так вот, чтобы... Просто разные люди могут по-разному это воспринимать. По одному только стриму говорить, что все так плохо, не стоит, конечно. Ой. Давайте, человечки, покажите, на что вы способны. Ну-ка. Блин, он уже умер. Да слушайте, идите вы, Кнаклс. Знаешь, куда иди ты со своими человечками? Угу. Один джип его прям на один выстрел. Я говорю, Тай, вот
В основном люди рассчитывают на том, что баланс такой, как в оригинале. Они, может быть, осознают, не осознают, но уже механика такая, что они привыкли к этому. Не баланс, а все-таки вот какие-то базовые основы такие. Ну вот. Да, базовые такие моменты. В основном они на это рассчитывают. И они от хака хотят именно не в балансе чего-то там кардинально менять, а как-то усовершенствовать сам движок, может быть. Больше юнитов, зданий там. Ускорость там, игры там. Ну, новые компании. Упрощенность интересные. Управления, да. Ну да, улучшенное управление, новые компании. Да, это логично. Новые компании. Вот, в основном вот этого же хотят от хаков. А когда они начинают играть, у них уже вопросы появляются. Тем более, если их слишком хардкорные делать, то интерес пропадает. Есть те, которые не парятся и просто с паролями играют. Тоже много таких. Но тогда смысл делать чего-то там такое слишком сложное, если пароль ввел, и пожалуйста, да. На деньги там, на смерть. Там уже любой хак. Как говорится, шалава, если её подушкой закрыть, то там пофиг, как она выглядит. Да. Так и тут. Так, ну ладно, что у нас тут? Пора начинать, что ли? Мне кажется, он слишком близко подъехал. Ну, видишь, он дальность порезал. Ракетница. Да мне кнопку бы переназначить, я не ту кнопку назначил на моды. Да, есть объективно то, что оригинальный баланс, он не идеален. Так, чтобы вот его изменять жестко, я бы очень так осторожно к этому подошел. Как построить радар? Вот этот вот? Вот. Здание строй, радар. Алс предлагает тебе деньги в Газпром вложить. Мы так обязательно и поступим. Да и Кнаклс опять мало золота сделал. Да оно просто выжирается быстро. Почему как мало открывает этот уродский радар? Вот вы мне скажите. А он только на месте, если его оставишь, ну то и польза какая от него. А в движении он мало открывает. Мне нужно, чтобы он проехал и открыл. А он ничего не сделал вообще совершенно. Кнакл, да. Знаешь, что с твоим радаром сделает? То же самое, что и с человечком. Ну, я не знаю. Юзера застройка баз называется мечта Харконнена. Кстати, а самолеты строй, юзер. Догадайтесь, почему? Правда, это не восьмая миссия. Ну-ка. Но он использовал по максимуму всю территорию. Самолетом открыть надо. Тай советует. Вот смотри, он сразу пошел. Как будто ты его застанил. Ну, поменялось, да, это как ее. О, ты самолет отравил. Да ладно. Вражеский самолет отравил. Я не видел. Я не знаю, Тай, там есть такой параметр, когда в движении ты открываешь карту, когда ты на месте стоишь, открываешь карту, вот отдельно там же должно наверняка быть. Почему в движении открывается меньше карты, чем когда он становится? Если уж сделать, тогда, наверное, чтобы в движении бы тоже побольше открывал. Параметра нет, так задумано. Блин, убил мою руку. Ну, то есть, Кнаклс не добился того, чего он планировал от радара. Понятно, что он хотел, чтобы в движении открывалось больше.
А как-то это изменить? Возможно такое? Да что ты? Если только код менять. Ну, конечно, код. Ну, надо тоже кота поменять, а то слишком старый. Вот прути, 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 прути. Кнаклс пишет, просто надо тыкать радаром много раз надо. Да пока ты там будешь тыкать, тебя уже мочканут 100-500 раз уже. Ну да. И цена этому тыканью. Ну давай, давай, вон там едет, ага. Нашел. Это может быть полезно в более ранних миссиях. И то там карты небольшие. Непонятно, нафига это надо. Взяли, сломали один королевство. Ну, по крайней мере, видишь, практика показывает, что они используют возможности. Юзер. Какие возможности? Ну, то, что радаром ты не открываешь. Ну, а зачем, если он не открывает? Понимаешь, липецкие инструменты должны четко и конкретно решать свою задачу. Если инструмент не решает свою задачу, нахер он мне не нужен вообще? Я его покупать не буду, понимаешь? Если он называется молоток, но гвозди, это микроскоп, гвозди нельзя забивать. Зачем он мне нужен? Извините, вообще, я не понимаю. Микроскоп у гвозди забивает. Может быть, я как-то логически не рассуждаю, но поправьте меня. Микроскоп. Юзер самый логичный из всех персонажей, вот который он здесь изумруд представлен. А вот и изумруд. Объясните мне логически, я с вами соглашусь. Нет, не объясняйте мне логически. Лучше какие-нибудь доводы давайте, которые вообще не поддаются здравому смыслу. Тогда вон его в ступер вгоните, и все, он зависит. И из скайпа вылетит. Злой Липецк. Юзер решил весь спай собрать, чтобы и ничего не досталось. У него будет 30к в запасе. Да юзер уже, не знаю, там, против своей воли уже действует. Вы ломаете юзера полностью. Ну убей, джип, убей, ну, ну, три танка стреляют, ну мать вашу. Вот гад. Юзер на спайс подсел. Кнаклс тут приводит сравнение характеристик в каке оригинале. Ну там что-нибудь, польза какая-нибудь есть? Ну вот на мой взгляд, что баланс юнитов менять не стоит. Вот, это моя позиция принципиально. Если у каждого будет свой баланс, то это будет полный яролаж. Блин. Ну, поехал. Урод. В оригинале там стоит 30, урон 38. У меня 200, в хаке цена 600. Этот бесполезный, вот Липецк, ну вот зачем строить девиаторы, если они ни хрена не делают, вот, а? Я только один раз видел, чтобы Соника перекрасил. Куда он стреляет? Он стреляет мимо и еще и не перекрашивает. Смотри, что, ну какая польза, ну... Бестолочи, в общем. Чё ну, толку? Я солью кучу денег и не получу никакого. О! Услышал бог юзера. Да. Надолго. То есть
настолько мала вероятность перекрасить, что польза от нее на один выстрел, ну, вообще никакой. Он бы перекрашивал хотя бы на время, на какой-то, я не знаю, там, на 20 секунд, а не до первого удара. То есть, чтобы я пользу так мог какую-то извлечь. Наклз предлагает нам делить выводы. Вывод такой, что цена, так как цену ты увеличил, 600, то есть два раза цену ты увеличил, то есть, а на самом деле бабки-то они ниоткуда же не берутся. То есть, если ты цену увеличил, то таких танков будет меньше у игрока, и затащить меньшим числом танков... Сейчас опять будет то же самое. Закончу миссию и буду, блин... Золото кончится, буду потихоньку грызть. Потому что... Ну вот такие они. Нахрапом их не возьмешь. Нечем бить. Тяжелых танков нет. Ракетницы слишком... Ну, как сказать, слишком легкие. Не позволяют проводить атаку. Если в честь Дюны, то весьма оригинальный способ увековечить игру. У меня такая мысль возникла, а что если на на двухлетие ромхака взять всем собраться и пройти, постримить опять же восьмую миссию от Кнаклза? Главное, чтобы Кнаклз сам был. А ну, может Кнаклз ее пройдет? А может Кнаклз бы и прошел бы. Это был бы хороший подарок. Но он бы не прошел бы ее. Почему? Она проходима миссия. Она легкая, он говорит. Она легкая. Просто долгая, но легкая. Он бы вообще не пришел, наверное. Ну, тоже стоят, ничего не делают. Опять же, у ракетницы цена выше. Где взять столько спайса? Да деньги, ладно, деньги вроде есть, сейчас будем... Лучше девятую от Липецка. Да девятую от Липецка не лучше, потому что там весь маг в самом начале. А хочешь, Алекс, я тебе дам девятую миссию от Липецка, но на новой тестовой сборке. Ты ее пройдешь. Вот такой вариант. Я же ее усовершенствовал. Это тоже можно. Ну вот. О том речь шла, что в миссии Кнаклза они ни о чем. Да, Алекс говорит, что бросил восьмую. Так да, он же плейтестер ввел, да и прошел. Ну молодец, Кнакл, что сделал восьмую миссию такую. Потратил кучу времени. Много всяких там зданий и так далее. Ну ты у него спроси, он здесь, как он проходил его. Иначе я буду поражаться. Не надо. Ну я не думаю, что это... Интересно в такие миссии играть. Критерий как Razer говорил. Главное, чтобы было интересно играть. Тай, ты скажи нам, как ты проходил восьмую, а то Кнаклз тут поражается. Да а чё, мувик посмотри и узнаешь, как проходил. Молча, взял, прошел. Ну, навалились. Ну да, видишь, какие тут страсти, мордасти, Алекс.
Ну ничего, главное, что ты сейчас проявляешь интерес. Дай бог, доделаешь свою компанию. Мы оценим. Да что ты? Хлам оценим. Кнаклз. Так, Кнаклз пошел. Чайку есть. Так, Кнаклз уже там. На море сидел, видать, поймал. Посмотрим, мы же не прошли еще эту миссию. Давайте вперед, не будем забегать. Не видно все-таки, сколько жизни у зданий, конечно. Блин. Да, Кнаклз от нашей критики уже запил. Сталик, спасибо. Не мог просто подобрать. Что-то у меня такое ощущение, что спайсилы в какой-то момент перестали работать. Так сказать, я добавляю, а максимум все равно, теперь мне кажется. Какую-то непроходимую миссию Тай прошел. Зачем сейф лоуд, если есть плейтестер? Так ты мувик потом выложишь, и у тебя он нормальный будет. Мувик. Лучше Тай придумай, на чё заменить врагов из Чипудейла на врагов из Доктейлс. Кого чё? На мяч из Куньокуна. Да-да-да. Да, и вот Липецк еще там, он не может найти мяч в этом голе. Ой. Вообще-то я к тебе обращался. Ну, видишь, вторая часть что-то какая-то я не смог тоже найти там особо. Какие-то странные атрибуты там спрайтовые. Я помню, такие в контре были. Второй. Тоже фиг поменяешь. Что-то тут не так. А что? Что? То, что юзер выигрывает или что? Вот, обезьяны на третьем уровне в ведре. Вот на что их менять? Есть такие враги в DuckTales? Не, ну можно, например, на статую. Вот. По поводу нравится, не нравится. Ну, как правило, большинство хаков, они невменяемы. И не так-то просто добиться того, чтобы сделать хак вменяемым. Угу. Не говно хаком, а здравым. И таких хаков на самом деле не так-то уж и много. Повторюсь, что не может не нравиться все абсолютно. Есть некие моменты, которые бросаются в глаза, так скажем. Тем более для тех, кто не понаслышке знает Дюну. Есть те моменты, которые, ну, кажутся оригинальными, интересными. Хотя, в принципе, я даже не знаю, может быть, и не надо дорисовывать. Там чё, у крота он, что там, под землей, да? Все хаки, в принципе, предназначены для фанатов игр. Но опять же, критерий такой, два критерия. Этот Razer сказал, интересно, чтобы было играть. Если ты справляешься с этим, с этой целью, интересно играть. А второй критерий, если ты добавляешь возможности в хак, это плюс. Если ты убираешь возможность, это минус. Два критерия.
Все остальное разворачивается из этих двух критериев. Хотя вот интересно играть, понятие растяжимое. То есть, наверное, все-таки один критерий. Чем больше возможностей, тем интереснее играть. Если ты их раскрываешь, эти возможности, значит, справился с целью. Если не раскрываешь, значит, не справился. Значит, получай фашист-гранату. Те, кто хаки делают, будьте готовы к тому, чтобы их, не знаю, пинали. Потому что, ну, по определению нельзя одному человеку, там, двум-трем, сделать лучше, чем команда делала за бабки игру. По определению невозможно. Можно к этому стремиться, но ты не добьешься такого результата, если бы команда была профессионалом. Это объективно так. И не надо здесь ставить себя на место разрабов. Вы делаете как умеете. А игроки просто такие, не знаю, там, дилетанты, которые не поймут, что это вы просто любитель, а не профессионал. То есть тоже вот это имейте в виду. А если вы там обижаете, что вас критикуют, там, что вы там боитесь чего-то там не то сделать, то лучше, наверное, вообще не браться тогда за это. Просто будьте готовы. Если у вас есть желание что-то улучшить, конечно, это надо делать. То, что у Knuckles'а вот была неполная версия, сейчас полная версия. Человек какие-то выводы делает, пытается что-то сделать, лучше сделать. Тоже это надо отметить. Денег берет, интересно. Неужели из того пятна одного? Фига ты денег тут. А больше что? На бирже играешь, что ли? Да, вот я говорю, вот я уже таю сколько раз говорю, что мало врагов сильно, чтобы их можно было заменить. Вот так пелись. Сделайте уже Duck Knuckles. А то DuckTale, ну, DuckTales. Duck Knuckles. Так. Блин. Эх, построил. Вот где, вот где. Ну стрельни хоть раз. Пока я отвлекся. Вроде и радар-то взорвал. Но все равно как-то гад построил. Так, Тейлс и Кнаклс. И Соник еще танк. Так, Тейлс и Кнаклс. Так, ну чё, давай тогда танки строить, что ли? Чего, да, и вот я не знаю, просто есть ли смысл заменять их, если там врагов мало очень. Knuckles просит посмотреть, как птицелёт называется. Стрекоза какая-нибудь. И муравей. Стрекоза. Улучшение он называет. Улучшение называет Knuckles. Доволен? Улучшение. Нет, ты покажи нам его полностью. О, давай, как он там? Погодите, мне не надоели своими деньгами. Такое ощущение, что у них один харвестер приносит, как я не знаю, как моих 50. Так вон еще второй там у них. Неважно. Ну да, Тай, только вот то, что конфиги готовые к спрайтам есть. Ну ты же сам сказал. Блок, вот, который в центре, вот этот блок, Кнаклзу понравился, он его в эту миссию поставил. Предыдущий, я помню этот блок, как он в углу был. А тут он почти в центре. Ну да, и ты же вроде сам говорил, что можно эти спрайты и самому придумать. Где-то тут еще собирают, что-то непонятно. Так. Какой блок? Какой блок?
Ну, видишь, в центре такой, видишь, четырех... Ну, ром, короче. Вот этот ром. Knuckles тебе предлагает, юзер, глянуть название этой птички. Опять предлагает? Мы же уже глянули. Улучшение. Штурмовик. И транспортер. Не, ну штурмовик еще нормальный, адекватный. Ты бы еще знаешь, что написал? Эскалатор. Точно. Не, ну штурмовик это нормально, еще адекватное название. А в девятой миссии, чтобы Ментат реально послал уже игрока. Ты уже достал меня! Чё ты сюда заходишь? Да-да-да. То есть, если вы что-то делаете, вы гните свою линию. А не так вот. А если вы сначала так сделаете, потом так... Хотя не, вру, Липус. Штурмовик, это самое, здесь же самолеты не могут атаковать наземные цели. Значит, это не штурмовик. Значит, это бомбардировщик. Здание. Да-да-да. Не, ну то есть они юнитов не могут же воздушных бить? И вообще никаких, да? Да, а ты планируешь редактор юнитов развивать дальше свой? Чтобы в идеале всех, все параметры можно было бы редактировать. Я так не особо знаю, чем они там отличаются. Штурмовик там, бомбардировщик там. Бомбардировщик там. У истребителя класса воздух-воздух. Он может бить только воздушные цели. Штурмовик может бить класса воздух-земля. То есть и то, и то. А бомбардировщик только класса земля. Так тогда лучше уж универсальное делать, почему там? Ну, то есть, я говорю, бомбардировщик был бы гораздо лучше. То есть он не может же бить воздушных, а только здания. Так хотел бы сделать, но не на гейммейкере. Ну, вообще, да, конечно. Ну, как бы тут надо... Если у тебя есть такая возможность... на чем-то более совершенном сделать, конечно, лучше, да. Было бы хорошо, если бы Петросян объявился. Ну, Петросян теперь только в кривом зеркале может быть выступает. Хрен его знает, где он там сейчас обитает. Так, ну Тай, знаешь, я что сделаю? Короче, спрайт-лист сделаю врагов из DuckTales. Потому что из Чип и Дейла у меня уже есть он. Я просто сравню их и посмотрю, кто на какую роль тянет. И потом уже выводы сделаю. Стоит ли такой хак делать на врагов? Значит, будем Петросяна ждать. До Нового года. Да-да-да. Ну, спрайт-лист, то есть всех врагов это самое, вырежу из игры и на отдельный листик всех. Ну... Он так и называется, спрайт-лист, то есть спрайты всех анимаций врагов на одном листе. Thank you.
Блин. Да возможностей-то и так дофига сейчас. Их все больше и больше, этих возможностей. С одной стороны, хорошо, что они есть. Но просто тестировать... тяжело. По сути же, мы сейчас именно тестируем, тестом занимаемся. То есть нельзя рассматривать как готовый какой-то. Кутай, там у тебя же выдрано как? У тебя же выдрано тайловой сеткой врагов, а не полностью анимацией. Ну чё, я открою FSUX, буду их скриншотить и вот так вот буду вырезать. Чем больше добавляется, тем больше хочется. Не понял про что. В смысле не надо скриншотить? Так они есть уже что ли? А, заходишь в текст-эдитор и делаешь dump to memory. Дектай, я уже так пробовал делать. И этот юкор, он, короче, палитру. Палитру ломает. И она какая попала становится. Я понял, о чем ты пытаешься мне сказать. Ну нормально, одного пацана сломали, всего лишь. Ну трое на один танк. Конечно. Ну вот, палитру надо отдельно. Видишь, мне так неудобно, я лучше скриншотами. Потому что я буду сразу уверен, что у меня будет правильная палитра. Семерых одним ударом. Надо, да. Через ППУ мемори, да, это, кстати, хороший вариант. Но там будет палитра неправильная. Еще спросить, Тай, как будут анимации там выглядеть, а, то есть... как попало, то есть как они в роме лежат. Или как? Или как они вот выглядят в сейф стейте. Ну то есть в игре. Так не могут. Самолеты эти атаковать, наземные цели, а только у здания. А, ты про это что ли? Ну как? Чё, в чем проблема? Фотошоп засуну и на 8 частей разорву. В этот самый спрайт. Я хочу просто вырезать все анимации и вообще всех врагов из DuckTales. Чтобы потом посмотреть, кто на какую роль тянет. Просто посмотреть. Ну, я тебе про это и говорю, смысла нет их юзать, это слишком долго. Через командную строку их инвертировать еще дольше.
досмотрел уже Тай. Там немного совсем материалов по этой теме. Рокет познается в сравнении. Да-да-да. К тому же вот этот лист спрайс Чип и Дейла 2, это лично я делал его. Юзер советует, ой, Кнакл советует не строить самолеты, так как спайс закончится и бабушка. А у меня ракетница есть. Да, лучше на оставшиеся деньги. А чё там? Да чё тут осталось? Два завода. Я могу ракетницу просто завод убить и не бить этих этой пушки вообще. Наплевать мне. Да и спайс еще есть. Да плевать на них. Да плевать на них. А чё, все уже? Да все, Рокки. Все, ребята, уже миссия-то почти. Куда вы торопитесь, я не понимаю. События. Ну вот и все. Все оказалось проще. Потому что та и вот я говорю, с этими врагами. Еще и пушку взорвут, а не успел. Ага. Жаль. Да, не успел. Ну, как бы, да, здесь я начал раньше на золото вставать. Юзер извлек выводы. Превосходно. Нам осталось вернуть последний изумруд. И знаешь что, не обращайся ко мне за советами, а? Не доводи меня, малыш. Много до греха. Да, 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 да. Не доводи меня, малыш. Ну чё, Рокки, давай ты, а я чай буду пить. Я буду? Ну да. Кнаклс. Ну блин, я уже с Таем начал разговаривать. Серый. Ну бросай разговаривать. Да. Кнут клесру. А чё, Липецк, ты попробуй. Кнаклс сру. Кнаклс сру. Пиши, Рокки, тейк один и погнали. Ой, а я за чаем. Сейчас, мне надо с этому ответить. Таю. Давай, отвечай. Спрайты. Так, видимо, сейчас надо включить музыку. Давай. И будет перерыв какой-нибудь минут на 10, может. Да. На 5, на 10, ну как, все будут готовы.